Не выпил кофе утром, день прошел наперекосяк. Так говорят истинные любители этого напитка. Не успел насладиться вкусом дома, можно прийти туда, где его приготовят профессионалы. Аскар Эрмагамбетов работает бариста уже 15 лет. Варить кофе – его призвание. Говорит, заниматься этим ему нравилось еще с юных лет. С годами только оттачивалось мастерство. Теперь любой ароматный напиток он может сделать за 5 минут. Признается, что на вкус влияет и настроение во время приготовления. Вы знаете, это как с тестом. Приготовление еды и напитков – это своего рода энергия. Если человек с правильной энергией делает напиток и с хорошим посылом, он всегда будет намного вкуснее. Естественно, он должен быть профессионалом своего дела. Оценивают уже посетители. По словам бариста, каждый заказывает кофе в разном расположении духа и ситуациях. Но главная задача мастера – не разочаровать гостя и сделать его день чашкой кофе немного лучше. Я не представляю своей жизни без кофе. Особенно каждое утро проснуться, почувствовать этот божественный аромат кофе. Кофе меня всегда бодрит, заряжает на весь день. У профессионального бариста кофейные зерна превращаются в ароматный напиток. Настоящая магия происходит, когда кофе и молоко сливаются в танце. Любимое сочетание многих дончан. Я кофе люблю. Вот сегодня я попробовала без сахара. Оно горькое, но в то же время все равно остается вкусным. Что довольно удивительно, потому что без сахара я очень плохо что-то воспринимаю. Но кофе без сахара даже как-то то ли больше от него энергии, что ли. Я делаю кофе дома сам, доверяю только себе. Когда в турке, когда в кофемашине. Очень удобно. Ну и с утра только, потом я кофе практически больше не пью. Один раз в день, ну большую и крепкого. Кофе – это прекрасный напиток. Очень любим. Аромат кофе сопровождает нас по дороге на работу, в университет или школу. А сегодняшний праздник – это неплохой повод встретиться с друзьями за чашкой ароматного напитка. Алина Высоцкая, Дмитрий Дерещук, Дон-24, Ростов-на-Дону.